и всем здрасте. Бесконечная череда дней обычных и в лесу, на полях. Сезон сейчас, конечно, странный. Бегаем от трактора, как говорится. Утром придумали место, где можно походить. По пахоте приехали, а он все посадил. Он катается. Мы не успели. Сейчас лазим, где вчера гривенник нашли вечером, пару часов. Потому что я так думаю, что за пару часов он до суда доберется как раз. И мы уедем, естественно, чтобы ему не мешать. Он шуруется с такой скоростью. А куда дальше деваться, пока не знаем. Сегодня крайний день. Будем посмотреть. Сместились оттуда. Вынули совет и полушку. Мы не стали снимать. Ребята, да, мы чуть-чуть сместились. Сейчас побьем лесополосу. Здесь проехали вдоль. Короче, вот справа засеяно. Спросили мы у них. Сейчас они только боронят. Сеять будут завтра-послезавтра. Это боронилка. Почему-то они не сразу. Непонятно. Ну и рота чаек. Червячков собирают. Так что походим по леснине. Сейчас по этой, через нее шла дорога. Ну вот. Потом по бароне. Ну и в принципе так вот как-то. Мы стоим посередине. Под нашей машиной проходит муравьиная тропа. Да? Ну да. Вот. Вот они туда, дын-дын-дын-дын-дын. Вон там вот проползают. Ну, пусть ходят по делам. А вон где? А, ой, ёпта, я его не заметил, я извиняюсь. Ну и ладно. Две находки, две пуговицы. У меня советская, у Любы... Хрен знает какая. С каким-то гербом. Да стёклышком. О, ребята молотят. Так, пока больше ничего интересного. Пошли. Грибов. А, вот еще один, я на него наступила. Да пусть растут, что с ними делать-то будет? Ну, маленький хлебик. О! То ли сморчок, то ли строчок, фиг знает. Один нечаянно раздавили. Ну, брать нам их не в чего, поэтому... Пусть растут. Вернулись к деревне в итоге. У Люб сейчас была кафтанная застежка, кусочек килевика и краснознаменный коп. Запчасти участкового местного, скорее всего. Был капитаном, стал старшим лейтенантом. Тракторный накат, а рядышком монетка последнего чекана имперского. Вода у Любы, мыть не буду. Ползаючи, ползаючи и выползаючи. Двушка 55-го года. Совет. Шлепаем к машине понемножку, что-то вымотались мы. Вот как выглядели гардочки-то старинные от ножей. Вот она, целенькая. Клиночек вставляй, пользуйся. И выскочила на свет. Да. Убитая орлянка. Убитая напрочь. Ну ладно, без ушка. Подустали, конечно. У меня такая конинка интересная выпала. Отсюда сейчас уедем. Прокатимся по местам, по разным посмотрим, может где-то чуть-чуть походим и все. Завтра пока что пора на работу. Так. Против солнца не видно.
чуть-чуть сморчков пособирали, вылезли. Все, завершающий у нас ход по вспашке. Господи, где свет-то? Первая чешуйка за эти 3 дня. Такая малюсенькая. Все, закончились чудесные выходные. Уматываем в столицу. Как пережить 4 дня, не знаем. Сейчас сидел на камне, он на том. Вы же знаете, наверняка, у многих это есть, когда ложишься спать, хочется, чтобы мозг хлоп и выключился, то есть ни о чем не думал. Но никогда не получается это в городе сделать. Сидел, курил на камне. 5 минут, наверное. И прихожу к мысли, что, господи, а голова-то пустая. Просто птички поют, дятел надо мной там что-то трокотал. Голова пустая, то есть она ни о чем не думает. Ни о проблемах, ни вообще ни о чем. Вот где надо такие вещи искать и ловить. В городе никогда этого не будет. На природе будет. Всем советую попробовать. Помогает. Лучше всяких антидепрессантов, психологов и прочих хреноборы. О мусоре обещал показать, сколько соврали. Ой, Лёк, открой мешочек. Это вот мы за 3 дня с собой уволокли. Ну вот примерно столько. Ну там пачки, правда, наши еще сигаретные. Все собираем. И фантики, пластик, конфет тоже наши. Да, остальное... Пластик, жбонь всякая. Ну такой вот серьезный. Увозите мусор с собой, который подбираете. Не будьте свиньями. Так, находки вы все видели, сегодня их немного. Сегодня в основном дышали, ходили полными легкими, полной грудью. Ой. Ну и пыль тоже, да, полевая пыль-то она нормальная. Естественно, если ходить сразу за бараной. А, ну это тоже было. Ладно, ребят, спасибо, что ходили с нами. Подписывайтесь, кому интересно, делитесь видосами. Всем здоровья и пока.